Сейчас расскажу о том, как изготавливаются шнеки для наших жаток Стиомер. Значит, сам шнек изготовлен из трубы, которую мы гнем на вальцах. Обычная сталь 3, толщина 2 мм. Дальше здесь идет навивка витков спирали. Сама спираль изготовленная из стали толщиной 3 мм. Вот. И на определенных расстояниях здесь есть такие усиливающие косынки, которые дают жесткость данной спирали. Далее, на местах стыков сегментов, получается, шнека, здесь есть усиливающие диски внутри, которые дают дополнительную жесткость. По центру самого шнека с двух сторон здесь приварены такие лопатки, которые устанавливаются напротив приемной камеры в комбайн. Они изготовлены из таких мощных гнутых листов, толщина 4 мм, с дополнительными ребрами жесткости, чтобы их не погнуло, когда шнек проворачивает много массы и забрасывает приемную камеру комбайна. Важно, что каждый шнек центрируется перед тем, как устанавливаться на жатку. С помощью приборов определяется его место, где нужно устанавливать противовес, и привариваются вот такие противовесы, которые компенсируют биение, и таким образом шнек становится центрированным. По краям шнека привариваются усиливающие такие барабаны. То есть здесь варена мощная труба и фланец с этой стороны, и здесь такой барабан получается. Этот барабан вваривается по краям шнека для того, чтобы придать шнеку дополнительную жесткость конструкции. И уже к этому фланцу здесь прикручивается ответный фланец на болтах, куда вварен непосредственно сам вал. Валы изготавливаются из стали 35. Сталь 35 более прочная сталь, нежели обычная сталь 3, поэтому именно такую сталь мы используем в валах. Мы не используем сталь 45. Почему? Потому что если использовать сталь 45, то во время сварки здесь она может прикалиться и стать более хрупкой. Поэтому мы используем сталь 35, и она здесь надежно работает и не ломается. Это шнек нашей жатки. Значит, вот здесь вот как раз находится приемная камера. Вот здесь установлены приваренные лопасти, которые подают всю эту массу в приемную камеру. И сам шнек установлен на валах с двух сторон. Валы на шнеке из стали 35. И также сам шнек установлен на плавающих подшипниках. Вот их там видно. На плавающих подшипниках благодаря этому компенсируется несоосность, и подшипники работают правильно и прослужат дольше. И на шнеке также установлена предохранительная муфта, которая позволяет сохранить валы шнека от поломки. Шнек нашей жатки оборудован специальным щитком. Данный щиток полностью закрывает шнек сзади и сверху. Таким образом предотвращается вылетание срезанных шляпок и минимизируется потеря урожая. Данные щитки могут быть перфорированными или цельными.